Прошло несколько недель с тех пор, как мы освободили магавков. Я надеялся, что их вождь пришлет к нам своего гонца. Но, увы, мои люди скучают. Они хотят знать, что дальше. А у меня нет ответа. Только Лине сдается, как немалые шансы. Бродит по улицам, по окрестным лесам, надеясь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли. В ту ночь там была женщина. Это она увела других пленников. Думаю, найдя ее, я найду и ответ. Так что я жду, надеясь, что скоро начнется настоящее дело. О, Господи! Я задолбался прыгать в эти классики и играть в загрузки анимуса. Смотрите, меня до сих пор не полечили. То есть прошло сколько там времени, да? А я до сих пор... А нет, подлечили. Спасибо. Только подлечили во время того, как загрузка идет. Господи, что так долго загружается? Движок тот же самый, что и в прошлых частях. Ну, может, поменяли боевку, но... Ну, не графически же его поменяли. Что дальше, ребят? О, зима! Нет, или не зима? Нет, зима. Бостон, 1755 год. Зима, зимушка, зима, зима, зимушка, зима. А ты до сих пор в своем костюме, тебе... Ячмень не нужен, нет? Ячмень на глазу не выступил, забейте. Не, ну мы же по-любому будем играть за Коннора, мне интересно. Ага, смотрите, альманах тут есть, показывается на карте, если... если точку обзора, наверное, заюзать. Так, а давайте погоняемся за этой картой, да? Что эти миссии смотреть, они так себе. Не, ну надо же какой-то перерывчик делать, да, а то как бы адреналин, все дела, а много адреналина это всегда плохо, можно за адреналином идти, и тогда у тебя в крови перестанут возникать эритроциты, лейкоциты и прочие всяческие тельца, которые там есть, и будут только адреналиновые тельца, которые будут... которые будут бороться за независимость и могут уничтожить все остальные клетки тела, в том числе и клетки мозга, которые в принципе мне не нужны, чтобы нести такой бред, потому что спинномозговую часть человеческого тела никто не отменял. Мне нравится, как люди прогружаются прямо передо мной, это потрясающе. Собака, дави собаку. Нет, не надо давить собаку. Может давить всех, но только не собак. Я прямо рядом с точкой обзора, надо заюзать. О! Помните, мы лазили по таким же окнам? Не понял. What the fuck? Что это было? Что здесь происходит с людьми, с лошадьми, с детьми? А, хотя тут детей нету. Я не понимаю, что с этой игрой не происходит. А, может быть, я не могу подняться, потому что руки скользят, и, мол, я не могу зацепиться. Так, ну вот здесь надо поползать. По часам подниматься. Ребят, 7:20 утра, вечера, хрен его знает. Наверное, все-таки утро. Я играю за Жаворонка. А давайте делать ставки. Раз мы должны все равно играть за Коннора. Вообще, я не понимаю, зачем так делать, если вы... Как бы даете... Ну, показали, что играть будете за Коннора, то по-любому... Вот этот чувак как-то будет с ним связан. Не буду же нам просто показывать историю какого-то там. Вот сейчас было страшно. Птица! Это птица-синица! I will love bird, bird, bird. Bird, bird, the world. А, ну хорошо, ладно. Забьем на это. Он висит в воздухе, он Иисус или Копперфильд. В общем, что я хотел сказать-то? А, ну вот, в общем, давайте делать предположение, что будет. Да, только не спойлерите, кто знает, естественно, не спойлерите. Давайте, я просто искал сток сена. Давайте делать предположение. Я думаю, что все-таки он найдет эту индейку. Кто она там? Короче, эту курицу найдет.
И, в общем, окажется, что она не захочет говорить ему, наверное, где находится храм этой первой цивилизации, или как они их там называют. Предтечи, как они там, хрен их знает. И, допустим, он попытается выбить из нее все силой. И тем самым, ну, убьет нахрен всех там, убьет, это будет мама Коннора, допустим. И, скажем так, разорит все селение, и Коннора потом будет... Коннор потом будет двигать месть. Коннор, точнее, надо было правильнее сказать, Коннор будет движим местью. Сраная страница, она. Эй, простите. Простите, простите, я не хотел. Ау, больно по жопе. Нет, пошли в жопу. Suck my balls. Suck my balls, ребята. Suck my balls. Да нахрена ты на трубу-то? Да, блин, тут еще хуже. Оу. А, смотрите, тут на меня не все кидаются, только те, кто меня преследует, окей. Это плюс, наконец-то они сделали нормальный режим погони, а то эти телепатические способности охранников меня всегда удивляли. Когда ты вроде убегаешь из одного места, а тебя во втором уже ждут, и как бы они знают, что где. А, я не договорил, наверное. А, что я хотел сказать? Так вот, и он разорит все это селение, и тем самым Коннор будет ему мстить. Наверное, так будет все. Ну, может, конечно, не так. Это я предположение сделал. Это еще что за херня? Окей, давайте за сокровищем сбегаем. Ты мое сокровище. Чертово уродище. Я хочу на сфинке покататься. Почему? Почему здесь нету пони? Я не знаю, давайте засечем время, за сколько я добегу вот отсюда. До какого-нибудь места. Давайте вот. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть. В общем, где-то 6,5-7 секунд я добежал за 6,5 или 7 секунд я добежал до этого колодца. Теперь сядем, посадим себя на лошадь, ну или нашего персонажа посадим на лошадь и попробуем погонять. Так, женщина, отойдите. Видите, я устраиваю здесь эксперимент. Раз, два. Три, четыре, пять. Ну, смотрите, не намного быстрее. Почему лошадь такая медленная? Это я не понимаю. А в чем профит лошади теперь? Ну, там я добежал, допустим, за 7 секунд. На лошади я доехал за 6 секунд. А зачем? Вот так еще ты бежишь с лошади куда-нибудь в забор и все. А тут спокойно прыгнул, когда ты пешим ходом. И никто тебе не мешает. Простите, чуваки. Простите, простите. Не хотел рушить ваш мелкий бизнес. Я его разрушил в Medal of Honor Warfighter. Fuck you. Кто-то там меня увидел. Кто-то хотел со мной поцеловаться, видимо. Желтый треугольничек хотел со мной поцеловаться. Он такой, ну поцелуй меня. Господи, меня замуровали в дереве, видели, смотрите, он... Он в дереве застревает. Так. Нет, налево. Налево пока не увидели. Молодец. Молодец, как тебя там? Хью-ху-хо. Я не помню, как его зовут. Хейтем Кэнуэй, что-то там. Бла-бла. Хейтем Кэнуэй, по-моему, да? Эдсо аудитория де Форенс, я сразу запомнил. Знаете, что меня всегда раздражало в первых Assassin's Creed? В первом, по-моему, только. Это то, что ты мог прыгнуть мимо стога сена. А зачем гладить животных? Они к тебе пристают? Печалька. Так, вторая точка обзора. Второй башня.
Второй башен. Пойдемте ее заюзаем. Так, она в другой стороне. Хорошо, что я карту заюзал. Извините. Как хорошо, что лошадь бегает за мной. Это же та же самая лошадь, которая, на которой я ехал. Только у меня почему-то в текстуру лошади впадает плащ, смотрите. Что это за дебилизм? Ну да, это супер проработанная игра. За которую разрабатывала другая команда. Ага. Да, Ubisoft, мы тебе верим. Мы тебе все верим, то что над ней не работали те же самые люди, что работали над Assassin's Creed Revelations и прочими Assassin's Creed, да. То, что это был совсем другой движок. Хотя нет, по-моему, о новом движке они не говорили. Говорили о новой боевой системе. О новом способе... Нет, о новом способе передвижения, управления они говорили потом. Потом уже, когда все вышло. Вот здесь можно... Ну, то, что можно... What the f... А, ну все понятно теперь. То есть, если снег на чем-то, то я за это цепляться не могу. Видите? Так что зимой и летом, как говорится, одним цветом, но хрен ты поползаешь зимой нормально. Так что придется... Ага, здесь тоже не запрыгну. А, не запрыгнул. Странно, что я за окно не могу удержаться, а за какой-то там выступ могу. А смотрите, по этому окну я спокойно поднимаюсь. Почему я по этому окну не смогу подняться? В общем, поражает меня проработанность этой игры. Я хочу еще страничку альманаха. Хочу узнать, что будет. О да, покажи всем свои умения. Нет, будет забавно, если этот чувак окажется еще каким-нибудь предателем. Ну, не будет же он просто так убивать тех самых, которых он, ну вот... Если моя, как бы, точка зрения верна, да, по поводу того, что он сожжет нахрен деревню, то не будет же ассасин, допустим, выжигать деревню. Ну, насколько я помню по трейлеру, там Коннора точно убьют мать и сожгут деревню. Но я думаю, что это не такой сильный спойлер, было все-таки понятно, я думаю. Наверное. Что Коннор неспроста станет ассасином. Так, это что такое? А, игральный клуб. Окей, ну я, пожалуй, лучше пойду сюда. Сокровище! Можно собаке поездить? Привет. Ты тоже за мной идешь, что ли? Это та же самая собака или нет? Вот лошадка точно за мной ходит. Черт, я подумал, я женщину сбил. Не сбил, черт, черт! Привет, чуваки! Хотел на них ехать в лошадь... на лошади, но потом что-то как-то передумал. Пугало. Ух, как страшно. Немного похож на Джастина Бибера. Не смешно получилось. Неважно. Думаешь, ты тут самый... О, а это Селена Гомес, смотрите. Еще одна Селена Гомес. Еще одна Селена Гомес. Ни хрена себе, сколько вас. Клонировали, что ли? И там еще должна быть среди них Стиви Никс. Эй, Стиви Никс и Селена Гомес. Кто из вас Стиви Никс? Кто Селена Гомес? Ответьте мне. Тут вас ждет Джастин Бибер. Ну твою мать, гребаная лошадь. Ты чё? Не, ладно. Слышь, ты чё? Есть чё по удочке? Слышь, твою мать! Плавай там. Ой. Ой. Валим, лошадка, валим, пока не запалили! Валим, 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 валим! Валим, мы не оставили следов, валим! Черт, за нами следы! А, нет, эта игра не... В этой игре не проработаны следы, так что мы в плюсе. Так, все. Ты стой здесь. Если что, ты возьми всю вину на себя, мне еще мир спасать как-никак. Целую главу, наверное. Так, и че мне как... Убийство L2.
Так, наверное, как-то здесь надо. Ага, надо держать левый стик. И этот потихонечку крутить. Все понятно. То же самое, что и в Fallout, только... только не так интересно, я бы сказал. Простите. Лошадка, я тебя не брошу. Мы будем с тобой как Бонни и Клайд. Хотя, кто из нас Бонни, кто из нас Клайд? Смотри, какие... Тройка каких отстойных лошадей. Ты-то молодец. Ну и что, что ты весишь 100 килограмм, что на 20 килограмм больше меня, но в постели ты просто зверь. Хотя стой, ты и так зверь. Хотя стой, в какой постели? Хотя стой, о чем я? Это получается, что я гей-зоофил? Нет, это не я гей-зоофил, это Хэтом Кэнуэй гей-зоофил. Чё это я на себя вешу такие... Такие звания. Ей, фак ю, полис! Фак полис! И смотрите, они даже не возопили, мол, нормально. Это такой каждый день случается. Такое может происходить. Мы не против. А мне понравилось ездить, так что вы можете перематывать до следующего здания. Я буду ездить по точкам обзора и собирать их. Заодно мы посмотрим с вами снежный Бостон. Мне нравилось вообще в Мафии 2, вся Мафия 2 нравилась до первой трети. Это кто такие? А, это мальчишки. До первой трети и снежные уровни, они были самые лучшие в игре. И хорошо, что они были первые, в принципе. А вот вторая треть, она была... последняя треть была просто-таки ужасна. Так, мне кажется, или... Нет, ничего не поменялось. Опять британский флаг. Я сейчас какой-то британский флаг порву. Эй, чуваки! Простите, простите. Фу, извините. Пошугал немножко. Прыгать будешь? Прыгай, скотина ты! Ой, скотина. А вот лошадки в Италии умели прыгать через такие заборы. А вот почему ты через тот забор не прыгнула? Ты тупая лошадка. Stupid horse. Хорошо, что не Stupid Horn. Мне нравится, как люди появляются. Одного пнул. Смотрите, как я умею. Смотрите. Дрифт на лошади! Дрифт на лошади! Уа! Да, видали, да? Уа! Я даю им просто время отойти от фейспалма. Так что... Так что пользуйтесь этим временем. Насладиться молчанием. Кто-то, наверное, только ради этих моментов и смотрит. Думаешь, может быть, он умер. Может быть, он наконец-то сдох уже. Мы ведь не знаем, что такое... Что есть кнопка отписаться от канала. Мне не нравится музыка, которая вот играет, когда залезаешь на точки обзора. Она какая-то слишком пердящая. Где, если это написал Джаспер Кит, то он... Я не знаю, как он мог слиться, потому что в этом году он уже написал два прекраснейших саундтрека. Для Darksiders 2 и для... И для Borderlands 2. Если вот это он тоже написал, то, я не знаю, может, ему мало заплатили. Где лошадка? Эй, лошадь! Лошадь меня бросила! Лошадь... А, нет, все окей. Ходит за мной, как... Блондинка за толстым чуваком, толстым лысеющим чуваком, который на 30 лет старше ее, не обладает никакими познаниями, умеет общаться только на тему того, какие большие груди есть у женщин, которые рядом с ним ходят. Я уже мысль потерял, что хотел сказать, пока я химню нес. Да, вот примерно как она ходит. А, да, еще этого мужика обязательно должно быть много денег и красненькая Феррари.
Желательно кабриолет. Я думаю, что вы понимаете, причем тут Феррари, если, допустим, смотрели топ Ютуба. Если нет, то... Упс, простите. Если нет, то один из блогеров решил провести эксперимент. Они в Москве сели на красненькую Феррари и решили поснимать, ну, в кавычках, естественно, поснимать тёлок. Ну, тёлок тоже в кавычках. И как бы это такой прошел успешно эксперимент. Некоторые девочки совсем охреневали, говорили: ну и что, что вы замужем? Давайте покатайте нас, жена же не узнает. Ну это вроде как бы не подстава была, а вполне реальные встречи, то есть, ну, вот так вот. Щучий сын, а. Бежал, 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 бежал. Прибежал. Невероятно. Просто невероятно. И все, нахер тут сломал. Не знаю, как вообще человек может так отпрыгивать, но... Наверное, они все какие-то супер-паркурщики. Если я какую-то мысль говорил, то, скорее всего, я... What the fuck? А, это я... Понял, я случайно нажал кнопочку крестик. Кнопочку прыжка случайно нажал. Да господи! У меня уже на автомате, знаете, после... Раз, три, после четыре после четырех пройденных ассасинов... Я уже автоматически нажимаю кнопочку крестик, и ничто не может, наверное, изменить сию привычку. Это уже безусловный рефлекс. Нет, нет, условный рефлекс. Безусловный рефлекс — это когда при рождении рефлекс есть. Ну, типа, вилять хвостом или еще что-нибудь. Ну, вы же все, наверное, Ах, эти какие образованные люди, блядь. Интернет же уродует разум людей. Не, я сейчас никого не хочу оскорбить. Потому что, ну, нельзя оскорбить тех... Неважно. Лучше промолчать. Лучше спеть God Save the Queen. Та-т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 а
что ты, что не скажешь? Простите, но дела не терпят. Я могу потерпеть, чувак, знаешь, я столько терпел. Я терпел. Да, нет, я не терпел. Я хотел какую-нибудь шутку сейчас, не знаю, про жертв падения метеорита на Землю в юрском периоде сказать. Но опять же будут говорить, что, мол, нельзя шутить над умершими. Ты что? Ты как посмел? Ну и что, что они динозавры? Ладно, я шучу. Ты что, динозавры такие няшки. Особенно тиранозавр Рекс, когда он разрывает людей. Ну, воображаемых людей, естественно. А представьте, если бы этим человеком была... What the fuck? Была Эмма Стоун. Ладно еще Меган Фокс. Но Эмма Стоун, вы что? Это, по-моему, единственная актриса, на которую можно смотреть из современных актрис. Ну, более-менее. Кто там? Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон просто параша. Сейчас, наверное, все-таки... Что? На самом деле... На самом деле, да. А, нет, еще Натали Портман. Вполне неплохая актриса. По-моему, еще... она же в Лионе играла, да, по-моему, она в Лионе играла. Я нашел еще один магазин. Сейчас мы туда зайдем, но перед этим... Нет, перед этим мы зайдем в магазин сначала. Так, как мне спуститься здесь, чтобы не повредить свои яички? Ну, частично я повредил себе яички, но, по-моему, здесь автомат... Здесь автохил. За... Пипец. Стойте. Только что же был магазин. У меня что, глюки, что ли? Где магазин сраный? Только что был магазин.
Ребят, ну вы сами видели, посмотрите, где магазин? Объясните мне, что, куда магазин пропал? Спустись нахер. А, все вижу. Он просто карта, по-моему, нет, карта не одолилась, это я слепой. Не туда посмотрел. И чё? А, это передвижной магазин, все понятно. Чувак. Не обязательно к тебе залезать на повозку, чтобы торговлей заниматься. Потребляем предметы. Отлично. А, я могу прибавлять патроны-то. Да, могу. А мне максимум, да? Окей. Тогда мне не надо. Разносчик был написан. Он разносчик. Фу! Разносчик всякой заразы. Ну, пули, это же тоже зараза, по сути, да? Ребят, спокойно, спокойно, я заткнусь, когда будет первый же ролик. И во втором я тоже заткнусь. Но в третьем я не уверен. Пошел нахер, эй! И ты мне за эй ответишь, еще раз говорю. Еще раз меня эй назовешь, и тебе буду назвать эй ла-ла-ла. Эй ла-ла-ла, эй-эй-эй ла-ла-ла. Так, мне не сюда, все равно. Так что... Так что, разобьем себе ноги нахер. Обычный выпендрежник. Да, я в конце-юсь. Я пытался какой-нибудь французский рэп вспомнить, но, к сожалению, не смог. Не, в принципе, французский рэп, он вполне нормальный. Почему-то. Ну, или мне кажется. Русский рэп беспощаден, как, в принципе, и все русское. Косплей, игры, фильмы, сериалы по НТВ. Черный топор. Ну вы понимаете, наверное, да? Если вы не понимаете, что за черный топор, поставьте видео на паузу, вбейте в гугле «игра черный топор», и вы все поймете. Только перед этим не пейте ничего, не ешьте, я советую вам, иначе все польется наружу.